поехали. Петельный полуавтомат Аврора А1790D с электронным программируемым управлением 6Я. Электронный сенсорный дисплей. На нем возможно изменение петли. Для того, чтобы изменить петлю, нажимаем кнопку программирования петли. Вот мы программируем петли и можем здесь изменить длину петли, параметры занести. Можно натяжение нити можно по левой кромке, по правой кромке, по каждой кромке можно изменить свое натяжение петли. Соответственно, тут можно коррекция ножа там по отношению к кромке. Здесь горячие клавиши, которые можно изменить параметры необходимой петли. Когда мы эту петлю настраиваем, входим в режим шитья. В режиме шитья у нас заложены параметры этой петли. В этом режиме мы можем только изменять скорость шитья. Для этого кнопку нажимаем, и вот бегунок бегает. Мы можем электронным образом увеличить или уменьшить скорость шитья. Также можем натяжение нити нажать, и то же самое можем... Это две клавиши, которые мы непосредственно при шитье можем управлять. Вот. Машина уже готова к работе. Когда мы нажимаем на кнопку, загорается голубой режим, и машина готова к шитью. Нажимаем на педаль, машина опускается, начинает шить. Смотрим в другую сторону. Давай еще раз пошьем. Еще прокладываем. При изменении петли, когда мы задаем длину ножа и длину петли, если петля длиннее, чем ножик, то у нас будет срабатывать операция мультиножа. Это когда нож прорубает два раза, да? Да, когда нож, размер ножа меньше, чем длина петли, то мы можем тогда запрограммировать так, что нож будет несколько раз рубить. А мы можем сейчас увеличить длину петли? Ну, сейчас попробуем изменить длину петли. Так, для этого вот мы сейчас нажму. Так, 12,7. Так, длина петли. Длина петли. Так, допустим. Шестнадцать ноль будет достаточно. Так. Я попробую, не знаю, что получится или не получится. Два раза нож сработал. Да, нож сработал два раза, то есть ширина ножа была меньше, мы длину петли увеличили, и у нас функция мультинож начала работать. Вот это полдюйма, это 16 миллиметров. Да. 12,7. Давай еще увеличим. Тут уже лапку смотреть надо, насколько длина лапки будет. До 24. Тут может, если лапка позволит, я ж не знаю. Давай посмотрим, попробуем. Беру. Так, 16. Смотрите на только сколько длина ножа. Угу. Сделай паузу. Длина ножа больше. Длина лапки надо. Длина лапку больше, чем дюйм. Так. Я вижу. Тогда мы сделаем 24,0. Ага. Ну.
Вот, вот на, если показывала параметр лап, вот показываю, что ошибку, то есть мы уже не можем изменить. Вот, значит, мы должны изменить, допустим, 24, мы можем сделать 22.0. GPS показывает 0. Так что. А 20? Вот сейчас мы посмотрим. Вот, 20 сработает. То есть автоматически машина показывает параметр петли. Все, нажимаем. Это была Аврора А1790D, машина с прямым приводом и мультиножом, с электронным управлением. Спасибо.